Герой Советского Союза Яхогоев Михаил Ардашукович родился 15 сентября 1919 года в селении Псыганцу Урванского района Кабардино-Балкарии. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке, на фронте с июня 1942 года. С октября 1942 года сражался в 74-й стрелковой дивизии на Брянском, Центральном, Первом, Втором, Третьем украинских фронтах в качестве телефониста минометной батареи 360-го стрелкового полка. Особо отличился в ходе Черниговско-Припятской наступательной операции при форсировании рек Десна и Днепр в боях на захваченном Днепровском плацдарме. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на захваченном плацдарме, Яхогоеву Михаилу Ардашуковичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».